В ней можно жить, а можно и в музее выставлять. Настоящая тувинская юрта стала центральным экспонатом краеведческого музея. Там открылась большая выставка одежды, посуды, украшений, музыкальных инструментов и культовых предметов. Так новосибирцев знакомят с культурой тувинского народа. Алексей Кудинов побывал на открытии выставки. Тыва – регион уникальный. Отгороженный от соседей горами, он сохранил самобытность. Многие тувинцы до сих пор ведут кочевой образ жизни, используют в быту такие же предметы, что и 100-200 лет назад. Так что выставка в краеведческом музее одновременно рассказывает и о прошлом, и о современности Тывы. 20 век в Туве и 20 век в Новосибирске – это разные вещи. Это кочевой народ, действительно сохраняющий традицию. И надо не забывать, советизация – та советизация, которая выбила национальную культуру в Сибири, которая происходила у нас здесь в 20-е, 30-е годы, Туву не коснулась. Поскольку она очень поздно вошла в состав России, там сохранилось гораздо больше. Поэтому там живая этнография. Здесь есть шаманский костюм шамана, который до сих пор практикует. На взгляд чужака, тувинская культура парадоксальна. Традиционные и советские мотивы легко сочетаются во многих предметах. Один и тот же человек может быть буддистом и ходить к шаманам, а к вековым ценностям можно относиться с юмором. О том, что женщина умнее, чем мужчины, лучше трубки ничто не показывает. Почему трубка женщины два раза длиннее, чем трубка мужская? Мужчина для того, чтобы прикурить трубку, достает его и сразу огниво. Вот он лежит, огниво. Чирикает, чирикает и прикуривает. А женщина что, почему у нее длинная трубка? Недолго думаю, от костра длинную трубку прикуривает. И быстро, дешево, сердито и удобно. Курительные трубки, сосуды, которые берут с собой в дорогу всадники, музыкальные инструменты, которые нужно слушать не в концертном зале, а под открытым небом. Все это одновременно и часть коллекции Национального музея, и то, что и сегодня можно встретить в Туве. Даже юрту, которую впервые вывезли за пределы республики, можно использовать и по прямому назначению, и как центральный экспонат выставки. Алексей Кудинов, Антон Мамаев, Новости ОТС.